Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. Внимание, разыскиваются бесхозные земли. На заседании правительственной комиссии обсудили планы народной инвентаризации. Алло, я вас слушаю. Глава администрации Чебоксар провел прямую линию с горожанами. И есть ли жизнь после Олимпиады? О судьбе города Сочи после окончания спортивного праздника задумался наш корреспондент. Время собирать потерянные земли. 15 марта в Чувашии стартовала народная инвентаризация. О том, как будут разыскивать бесхозные участки и как вообще повысить эффективность использования государственного имущества, говорили сегодня на заседании правительственной комиссии. Если неиспользуемые земли вовлечь в оборот, то это позволит пополнить казну и направить дополнительные средства на социальные нужды. Об этом говорил глава Чувашии в своем послании Госсовету. Только вот прежде эти самые неиспользуемые земли надо найти. Этим в республике собираются вплотную заниматься в ближайшие 2 года. За это время в Чувашии создадут реестр пустующих и неэффективно используемых участков. Инвентаризацию земельных участков на территории республики предполагается и планируется провести с учетом следующей особенности. Первое. Этой инвентаризации подлежат только свободные земельные участки категории земель населенных пунктов. К поиску планируют активно привлекать общественность. Недаром нынешнюю инвентаризацию назвали «народной». Так, например, на сайте администрации города Чебоксар уже появился соответствующий баннер. Он содержит всю информацию, куда можно обратиться, если у вас на примете есть бесхозные гектары. Инвентаризацию проведут в 2 этапа. Для начала нужно определиться, как этот процесс будет проходить. Разработать методические рекомендации, составить планы и графики осмотра земель. Создать специальные рабочие комиссии и группы. Ну а когда реестр будет готов, останется найти землям полезное применение. Следующий вопрос повестки дня касался не только госимущества, но и спортивного будущего региона. Речь шла о создании автономного учреждения под названием «Центр спортивной подготовки сборных команд Чувашской республики имени Ардалиона Игнатьева». Этот центр существует и сейчас, только в другом статусе – бюджетное учреждение. Впрочем, изменится не только статус. К центру присоединят стадион «Олимпийский». Предлагаем к реализации мероприятия, направленного на повышение эффективности использования имущественного комплекса крупнейшего в Чувашии спортивного сооружения стадиона «Олимпийский» и создание на его базе единого спортивного центра, способного оказывать значительный комплекс услуг физкультурно-спортивной направленности, доступных для всех слоев населения. Кроме того, считают специалисты, это позволит улучшить условия для подготовки спортсменов и команд высокого уровня. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. Кто активнее о себе напоминает, тот быстрее добивается результата, отметил глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков на прямой линии с горожанами. Несмотря на то, что градоначальник совсем недавно встречался с жителями Чебоксара, вопросов опять оказалось много. Жителей беспокоят двойные тарифы на горячую воду, необустроенные тротуары и даже водители, превышающие скорость. Ответы на часть обращений находились сразу, но некоторые еще придется решать. Вот у нас первая проблема. По улице Колхозной все, ливневые воды, дождевые, все от домов там, Пожарные, эти, Волкова, Туктаса, все по улице Колхозной проходит. И нам внизу образуется болото. Ладно, давайте мы на место выйдем, разберемся с вами, свяжемся. О том, что все дети от 3 лет вовремя получают места в детских садах, говорилось не раз. Но на деле, оказывается, есть исключения. У меня ребенок уже исполнилось 3 года, а вот до сих пор дошкольное учреждение не посещает. И место ему дошкольное учреждение предоставлять не собирается. Сейчас в марте-апреле идет комплектация групп. Мы с 3 лет должны детей обеспечить. Адрес какой у вас? Трасса строителей 7, 412. Ну вот сейчас рядом со мной исполняющий обязанности начальника управления образования. Ответ получите. Все вопросы, прозвучавшие во время прямой линии, записаны и будут решаться в ближайшее время, заверил Алексей Латыков. Ольга Алексеева, Елизавета Зайцева, Андрей Шоколев, Республика. С приходом весны у городских властей появились новые заботы. Во-первых, надо очистить от зимнего мусора улицы и дворы. Во-вторых, навести порядок в вывозе мусора. Где-то помогут жители, а где-то понадобится помощь правоохранительных органов.
В рамках проведения вот этого экологического месячника сотрудниками госавтоинспекции в первую очередь будет обращаться внимание на право перевозки таких грузов, как мусор, который будет убираться сейчас в процессе в субботниках, сыпучие грузы, крупногабаритные грузы, которые будут вывозиться с дворов. Подвергнутся сезонной проверке и парковке во дворах. Транспортные средства, оставленные на газонах и тротуарах, будут эвакуировать. Хозяевам придется раскошелиться. Сегодня на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения обсудили ситуацию с аварийностью на дорогах. Больше всего аварий случается из-за несоблюдения правил дорожного движения водителями. Во многом бывают виноваты и пешеходы. А еще аварий случается из-за плохих по весне дорог. На правительственной комиссии озвучили статистику аварийности прошлого года. По итогам 2013-го ДТП с самыми серьезными последствиями зафиксированы в Комсомольском районе. Чтобы свести к минимуму количество происшествий, в задачах на нынешний год планируется развивать систему автоматического контроля, завершить разработку проектов безопасного уличного движения и разработать адресные программы по созданию комфортного движения пешеходов. Новости от наших коллег по медиапространству республики. У гослерадиокомпании «Чувашии» новый руководитель. Отныне руководить крупнейшим медиахолдингом будет Екатерина Конюка, сменившая на этом посту Елену Ижиндееву. Этот и другие вопросы обсудили на встрече глава «Чувашии» и заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов. Рифат Сабитов руководит в ВГТРК региональным департаментом и хорошо знаком с положением филиалов в субъектах. По его словам, ГТРК «Чувашия» на хорошем счету, у нее большой потенциал. Ключевым это будет полное переоснащение, если не переходим на цифру. ВГТРК инвестирует там порядка 110 миллионов рублей. Глава Чувашии поблагодарила руководство ВГТРК и ее филиала в нашей республике за сотрудничество, отметив, что телезрители ждут повышения качества услуг в связи с переходом на цифровое вещание. 40% жителей республики уже получают качественные, соответственно, эфиры как потребитель, как телезритель. Дальнейшая наша перспектива – это 100% республики покрыть цифровым телевидением. «Весь мир театра, людям в нем актеры», — говорил Уильям Шекспир. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают мастера сцены. В эти минуты в Чебоксарах идет церемония награждения победителей конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Подробнее об этом мы расскажем в нашем пятничном выпуске. Ну а сегодня в 20:30 в эфир нашего телеканала выйдет передача «100 лиц столицы». Ее героем стал художественный руководитель Чувашского академического драматического театра Валерий Яковлев. Ну а прямо сейчас сюжет о необычном спектакле, который юные актеры Чебоксарской театральной студии «Орликин» показали своим сверстникам из реабилитационного центра. Побывала на нем и наша съемочная группа. Здесь движение пешеходов запрещено! Чего? Кто ты такой? Я запрещающий знак! А ты кто? А я помеха неумеха! Пропустите меня! Бип, стоп и движение разрешено. Как спасти страну от дорожных аварий, рассказывает инспектор ДПС. Но для наведения полного порядка понадобилось найти регулировщика. Также юные таланты продемонстрировали, как нужно обходить автобус и какие дорожные знаки надо знать наизусть, чтобы не попасть в беду. Полезная познавательная программа, театрализованная мы ее так называем, чтобы она была более доступна детям, более легко воспринималась. И когда это театрализовано, то дети запоминают быстрее и лучше ориентируются потом. Посмотрев спектакль, ребята уверенно могли сказать, чем занимается регулировщик на дороге и можно ли играть на проезжей части. Спектакль «Дорожный марафон» оценили и самые маленькие зрители. Мне очень понравился спектакль о правилах дорожного движения. Буратино и Мальвины. Актеры театральной студии «Орликин» – частые гости этого реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Не успев попрощаться с артистами, ребята уже ждут их очередного выхода на сцену. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Антон Вовк, Республика. В оргкомитете Сочинской Олимпиады продолжают подсчитывать, сколько зрителей увидели соревнования своими глазами. Многие гости назвали эти игры лучшими в истории. Преобразовавшийся город, современные спортивные объекты и уникальная безбарьерная среда для инвалидов. Но будут ли пользоваться Сочи популярностью у туристов после Олимпиады? И как будет задействована спортивная инфраструктура? Выяснял мой коллега Дмитрий Ковалев, который тоже побывал в Краснодарском крае.
Житель села Янтиково Александр Сергеев приехал в Сочи, чтобы увидеть Паралимпиаду своими глазами от и до. Он старался не пропускать ни одного соревнования, болел за биатлонистов, хоккеистов, лыжников. Удалось ему побывать и на грандиозной церемонии закрытия. Говорит, олимпийские каникулы обошлись не так дорого, как можно было представить. Билеты на соревнования в среднем стоили 400 рублей. По городу курсировали бесплатные автобусы и поезда «Ласточки». С учетом стоимости проживания, питания, посещения всех мероприятий, где я купил билеты на 15 мероприятий, на 15 спортивных мероприятий, я считаю, что я должен вложить порядка 30 тысяч рублей. Но что произойдет с олимпийской столицей после игр? Этим вопросом сейчас задаются многие эксперты. Специалисты говорят, что властям придется сдерживать стоимость услуг. Во время Паралимпиады были раскуплены номера даже в самых элитных отелях. В Сочи построили огромное количество частных гостиниц. В условиях такой конкуренции многим пришлось снижать цены. Роза Хутор – городок, который был построен специально к Олимпиаде. Раньше здесь не было ничего, только пустырь. А сейчас появился настоящий сочинский Куршавель. Средняя цена за один номер вместо мотеля составляет 4000 рублей. Чтобы пообедать, гости смогут заказать себе бизнес-ланч за 500 рублей или шведский стол за 800. Огромный по своим размерам самовар «Олимпиец», фотографироваться с которым желали все, оригинальные выставки, модные бутики, а вокруг – живописная природа. «Роза Хутор» стала настоящим центром притяжения туристов, несмотря на дороговизну услуг. Сейчас в «Розе Хутор» затишье, отели пока пустуют. Туристы не стремятся приезжать сюда на отдых. Многие спортивные объекты в Сочи закрылись. Некоторые стадионы были построены так, чтобы потом их можно было разобрать. А вот лыжная трасса в горах будет работать и дальше. Гости говорят, что это место невозможно сравнить даже с французским Куршавелем. Российский курорт стал пользоваться большой популярностью. Что очень важно, здесь другой снег. В Куршавеле он быстрый снег, а здесь каталка, она такая, он влажный снег, здесь она более такая сложная, в плане устаешь больше. Я вообще очень люблю здесь кататься по сравнению с Францией, потому что здесь тяжелый снег, он влажный, и кантовать тяжелее. Стадионы, которые расположены на территории Олимпийского парка, будут и дальше принимать престижные соревнования. На арене «Фишт» спустя 4 года пройдут игры чемпионата мира по футболу. Но эти объекты построили не только ради турниров. Именно здесь будут тренироваться спортсмены. Жители Олимпийского Сочи получили в наследство от игр новые дороги, транспорт и современные здания вокзалов. Дмитрий Ковалев, Юрий Гурьянов, «Республика» из Паралимпийского Сочи. Школьница из Чебоксар может не только заработать славу своему городу и компьютерный класс своей школе, но и показать родителям штаб-квартиру компании Google. Чтобы все это произошло, 8-летней Оле Коротиной осталось всего лишь победить в финале всероссийского конкурса «Doodle для Google», участники которого создают свою версию логотипа на тему «Мое путешествие в космос». Из 9000 работ фантазии Оли Коротиной на тему путешествия в космос жюри признало одной из 10 лучших в своей возрастной категории. Всего же полуфиналистов 30. Вот это Земля. Вот такая большая Земля. И тут внутри ядро. А это ковш большой медведец. А вот это моя ракета, которой я прилетела. В руках у меня кисточка, потому что я люблю рисовать. Это мой телескоп, который я наблюдала за другими планетами. Вот мой телескоп. За карандаш и кисточку Оля взялась вдвоем с братом Ваней. Его рисунок был представлен в возрастной категории постарше. К сожалению, Ванин логотип в полуфинал не прошел. Но поводов для расстройства брат полуфиналистки не видит. Ведь в случае победы в штаб-квартиру Google они отправятся всей семьей. Рад, что она заняла место в тридцатке. Горжусь ей. Вдохновение и муза в семье Оли – гости постоянные. Рисунки, вышивки, аппликации, букеты из конфет, всевозможные подделки и фотографии, фантазии Коротиных не знает границ. Попытаться поймать удачу в этом творческом состязании решили спонтанно, делится мама конкурсантов. Нарисовали, отправили и как бы на время забыли. Муж периодически просматривал этот сайт, а ну, не ждали и не отслеживали. Результаты, динамику нет. Это был сюрприз для нас. Определение лучшего дудла для Google 2014 года уже идет. Проголосовать за работу Оли Коротиной можно до 31 марта на сайте конкурса.
В финал по итогам народного онлайн-голосования попадут только 3 работы, из которых жюри выберет лучший рисунок. Он украсит русскоязычную страницу поисковика в День космонавтики. Возможно, именно Ольгу Коротину, школьницу из Чебоксар, объявят победительницей 8 апреля на торжественной церемонии в Москве. Дети из Чувашии в конкурсе нестандартных логотипов для международной компании Google заявляют о себе не впервые. В прошлом году в полуфинал вышла девочка из Урмар. Она нарисовала логотип в духе родной Чувашии. Оксана Замятина, Евгений Анисимов, Республика. Они такие разные, но их объединяет одно – любовь к боевым искусствам. Приверженцы сетакан карате, самбо, кикбоксинга и ушу продемонстрировали все свое мастерство на ежегодном фестивале единоборств. Эти мальчишки еще учатся в школе, но уже готовы выйти на ковер и бросить вызов своему тренеру. Хоть и наигранно, но ученику удается буквально перебросить через себя взрослого мужчину. Эти приемы юные каратисты изучили всего за год. Ребятам есть на кого равняться. В их клубе подготовили немало чемпионов. Бурноваться во время показательных выступлений сорвали воспитанники детской полицейской академии. Они не раз оттачивали свои навыки в полевых условиях. Уезжая на сборы, преодолевали многокилометровые марш-броски, обучались стрельбе и рукопашному бою. Всего в фестивале приняли участие представители 10 федераций единоборств. Лучшие тренеры на сцене были удостоены званий заслуженных работников. Мы считаем, что эти фестивали нужны для того, чтобы показать населению нашей республики многообразие единоборств именно у нас. Поэтому здесь представлено 10 федераций единоборств. И поэтому я считаю, что фестиваль на этот раз также удался. И все участники, я считаю, что остались довольными. Виртуальная книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане, Чувашская республика, появилась в Национальном музее. Ознакомиться с ней можно, не выходя из дома, стоит только зайти на страницу музея в интернете. 25 лет прошло с окончания афганской войны. Так в России и во многих сопредельных государствах называют время, когда советские войска выполняли боевые задачи на территории Афганистана. К этой дате Чувашский национальный музей организовал выставку «За спиною и горы, и горе за спиною военный Афган» и разместил на своем сайте виртуальную книгу памяти. В электронном издании опубликованы уточненные данные о времени и обстоятельствах гибели воинов-афганцев из Чувашии, фотографии всех погибших. Есть списки погибших по районам и по видам вооруженных сил с указанием дивизий, бригад, полков и батальонов, в которых они служили. Музей приглашает всех неравнодушных, в первую очередь ветеранов афганской войны, принять участие в работе над книгой для дополнения и уточнения сведений о погибших земляках. После этого в книгу памяти будет добавлен раздел «Воспоминания однополчан». В полном объеме книга памяти о советских воинах, погибших в Афганистане, будет представлена в информационном киоске Музея воинской славы Чувашской республики. Жители деревни Малая Янгорчина Алексея Маркова в округе знают все. Он давно привык к журналистам, потому что занимается весьма необычным делом. Пенсионер разводит дождевых червей, которые пользуются спросом не только среди рыбаков, но и дачников. Почему, узнаем из сюжета Марии Шоклевой. Все началось 9 лет назад, когда бывший военный летчик прочитал во Владимирской газете статью о разведении дождевых червей. Алексею Ивановичу так понравилась эта идея, что он решил рискнуть. Нашел помещение и на 150 тысяч рублей купил 500 000 уникальных старателей. Такое название дали червям, которые перерабатывают органические отходы – навоз, ботву, сено и даже бумагу – в полезное удобрение – биогумус. Технология производства биогумуса называются передвижные гряды. Рассмотрим одну грядку. С этой стороны находится компост, корм, в котором и живут черви. С этой стороны черви оставляют продукт своей переработки, полезный биогумус. Этот биогумус срезается, а сюда докладывается новый корм. Так постепенно грядка перемещается с места на место. Свой бизнес Алексей Иванович считает рентабельным. Биогумус пользуется спросом среди овощеводов Мариэл и Татарской республики. Им питают растения Московского ботанического сада. Да и местные дачники выстраиваются за чудо-удобрением в очередь. Растения на таком биогумусе становятся экологически чистыми, вкусными. Они быстро развиваются, там очень много микроорганизмов. Лук растет, если на грядках 30 дней, у меня лук прорастает в течение 15-18 дней. Доказательство работы биогумуса растет в теплице над фермой. В этом году предприниматель планирует собрать большой урожай из полей. Этих своих червей-старателей хочу выпустить на свои поля.
чтобы они наши поля обрабатывали. А по сегодняшний день я их не пускал по одной причине. Чтобы черви жили на этих полях, нужна была органика. Я уже более 3 лет уже сейчас всю солому оставил на полях. В этом году даже вот на 50 гектаров хочу вырастить горчицу, зеленую массу, и хочу оставить как корм для червей в земле. Черви-старатели способны не только поднять урожай, они могут даже переработать отходы ЖКХ. Вот только предприятие по утилизации пока мечта. Единомышленников найти не удается, но предприниматель надеется на успех. Надо землю просто любить. И я обязан дать дань земле матушке. Вот и поэтому я занимаюсь этим делом. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Цивильский район, Республика. Почему удобнее пользоваться банковскими картами, нежели наличными? И чем еще выгоден безналичный расчет для клиентов Сбербанка? Об этом в следующем сюжете. А я же с вами прощаюсь. До свидания. Бумажные купюры, будь это доллары, евро, рубли, ежедневно проходят через миллионы рук, кошельков и карманов, что становится причиной их загрязнения. При желании контакта с такой купюрой можно избежать. Сейчас все больше людей предпочитают безналичный расчет. Сбербанк России в числе первых в использовании прогрессивных технологий расчета. Очень приятно отметить, что за прошедший год с использованием карт Сбербанка в магазинах наши клиенты рассчитались на сумму более чем 4,5 миллиарда рублей. При этом не только жители республики относятся к этому позитивно, но и сами предприятия и организации очень активно подключаются, ставят наши терминалы. За прошлый год в Чувашии более 1000 предприятий и организаций установили терминалы для обслуживания пластиковых карт Сбербанка. Теперь у нас в республике парк активных торгово-сервисных точек Сбербанка составляет порядка 2700 единиц. Картой можно расплатиться в магазинах, парикмахерских, аптеках, гостиницах, торговых и оздоровительных комплексах, на АЗС. К тому же с 2011 года работает программа лояльности «Спасибо от Сбербанка». Клиенты, которые рассчитываются с помощью карты, получают бонусы в виде так называемых «спасибо» и потом могут использовать накопленные для приобретения товаров и оплаты услуг в сети партнеров банка, в том числе и при расчетах за покупки в сети интернет. Клиенты получают возможность получить дополнительное спасибо, которое начисляется в виде процентов от суммы совершенной покупки. Минимальная граница – это 0,5%, а ряд партнеров предоставляют дополнительные бонусы, и сумма начисленных бонусов достигает 15,5% от суммы покупки в магазине. Подключиться к услуге «Спасибо» могут все держатели карт Сбербанка. Дебетовых и кредитных, социальных и премиум-класса по всему миру. Сделать это очень просто. Необходимо зарегистрироваться через банкомат или через Сбербанк онлайн. За подключение и участие комиссия не взимается.